Горожане, не согласные с решением суда о лишении Игоря Маркова полномочий народного депутата, еще с утра начали ставить свои подписи в поддержку политика. Я поставил подпись, потому что нельзя такого допускать в нашей стране, чтобы незаконно человека лишали прав. Избиратели 133-го округа утверждают, Игорь Марков много делает для Киевского района. Я свою подпись поставила с удовольствием, потому что он так и сделал для нашего района очень много. И продолжает делать. Одесситы уверены, иск Юрия Кармазина – это фарс. Даже члены избиркомов от других партий утверждают, во время выборов все было чисто. Я была в комиссии освобожденная, но я шла от партии коммунистов. И рядом, когда подсчет голосов идет, все честно и как положено идет. Вокруг стоят все наблюдатели. И просто там, чтобы кто-то подтер или что-то, ну смешно это просто. Просто аж неприятно слушать. Вот это ерунду говорят. Поэтому выбрали, честные были. Во всяком случае, на нашем участке никаких подвохов не было. Подтвердить свой голос и отстоять принципиальную гражданскую позицию каждый может, оставив подпись в палатках партии «Родина». Узнать их очень просто. На них написано «Я вас не предал». Поддерживаю Игоря. И отобрали незаконно. Так что только за него. Я и голосовал за него, и буду голосовать за него. Он молодец, держится очень хорошо. Телеканал АТВ будет постоянно сообщать телезрителям о количестве активных граждан нашего города. Евгений Лысый, Виктория Табачник, Иван Гапич, телекомпания АТВ.